안녕하세요, 일레나입니다. 제가 한국 와서 가장 놀랐던 것 중에 화장품입니다. 종류가 엄청 많아요. 그래서 이것저것 나눠봤는데 아직 다못 써봤어요. 그래서 오늘 러시아 분들에게 한국 화장품 소개해드리도록 하겠습니다. Сегодня я расскажу вам о корейской косметике. Питательные крема, крема для глаз, солнцезащитные крема, основа для макияжа, тени. Очень много разных видов косметики в Корее. Мне кажется, если сравнивать цена-качество, очень выгодно покупать корейскую косметику, потому что по сравнению с европейскими фирмами, цена, мне кажется, немного дешевле, чем какие-то там супербренды, хотя качество даже очень хорошее. В Корее любят краситься более так не сильно ярко, броско, а так, чтобы выглядеть моложе. В Корее очень много базовой косметики, то есть, чтобы просто крема нанести, у меня уходит минут 15, наверное. Я расскажу вам, в каком порядке я использую косметику. После умывания я сначала наношу тонер или скин, потом наношу эссенцию, питательный крем, солнцезащитный крем. После этого я наношу тональный крем, после чего использую пудру. После подводки крашу консилер. Потом я подкрашиваю брови. После бровей я наношу тени. На тени подводку. Потом тушь. И завершаю все это губной помадой. В Корее очень много видов косметики. Поэтому даже если у вас какая-то чувствительная кожа, вы всегда сможете подобрать косметику, которая подходит вам. Даже если у вас какая-то проблемная кожа, все равно вы найдете именно косметику, которая подходит к вам. Также корейская косметика, она относительно дешевая, и даже если в магазине может быть как-то немного казаться дороговато, все магазины в Корее делают большие скидки, поэтому не расстраивайтесь, просто надо немножко будет подождать. Сегодня я принесла с собой косметику, которой я пользуюсь. Вот, хочу вам продемонстрировать. Это кьюшен из IOP. Это что-то вроде тонального крема. Помада из Laneige. Очень много разных красивых цветов. Есть матовый, есть с блеском. Как душе угодно. И тени из Clio. Все, это корейская косметика, очень даже хорошего качества. И если покупать со скидкой, то даже очень недорого. Также я хочу показать вам одну такую замечательную штучку из скинфуда. Вот, собственно, она. То есть ее можно использовать и как румяна, и как помаду, и как тени. То есть вообще, как позволит вам ваше воображение. Я хотела бы вам порекомендовать пару корейских брендов косметики. Первый бренд это Миша. Относительно недорогая косметика и качество даже очень хорошее. В Мише я обычно покупаю тени, солнцезащитные крема. Вот. Даже вот сейчас у корейцев это пользуется спросом, потому что тени очень хорошего качества и цена относительно невысокая. Также солнечный крем от Миши. У них есть много разных видов солнцезащитных кремов. Вот у меня кожа, она немного жирная, поэтому я купила себе солнечный крем, который именно вот помогает, чтобы кожа сильно не блестела. Также, если у вас сильно сухая кожа, там, соответственно, уже будет другой вид солнечного крема. Вы без проблем сможете подобрать, если вы спросите у сотрудника, порекомендую. Также в любом магазине есть тестеры, вы сможете попробовать на своей коже. Также хотелось порекомендовать бы фирму Innisfree. К сожалению, сегодня я не взяла ничего с собой, но хочу рассказать вам про пару товаров. Во-первых, это вулканическая маска, очень хорошая, и посоветую вам взять мусс, а не баночки, потому что будет наносить намного легче. Также в Innisfree очень хорошие средства для умывания и также крема относительно дешевые.